начал наше с вами путешествие по этому удивительному месту с лакримозы Моцарта из Реквиема, и вы можете подумать, что я из стариковской сентиментальности поставил эту вещь, чтобы задать нужное настроение нашей прогулке. Ну, это может быть отчасти и так, но надо сказать, что именно это исполнение лакримозы имеет самое прямое отношение к тому месту, где мы с вами находимся. Вы знаете, конечно, что Реквием написан был для хора с оркестром, и вот это переложение лакримозы для фортепиано было сделано специально для великой пианистки Марии Юдиной, а именно в ее исполнении она и звучала, была сделана Кириллом Салтыковым, ее женихом. Он был ее ученик, был ее младше, они полюбили друг друга, собирались жениться. Он сделал для нее это замечательное переложение, но свадьба не состоялась. Он погиб в горах, он был альпинист. Мария Вениаминовна никогда больше никого не полюбит, никогда не выйдет замуж. Хранила верность своему погибшему жениху. И, как говорили знавшие ее, когда она исполняла лакримозу, она всегда звучала как поминальная служба по погибшим ее возлюбленным. Она просила, чтобы ее похоронили в одной могиле с Кириллом. Это произошло, и они лежат здесь, на этом кладбище, на семейном участке Салтыкова. Не знаю, успеем ли мы дойти до надгробия Марии Вениаминовны и поподробнее поговорить о ней, скорее всего, нет. Но надгробие ее совершенно удивительно. Собственно говоря, прежде чем мы с вами зайдем на территорию этого кладбища, которое, на мой взгляд, является самым интересным в Москве, с ним, может быть, как-то может конкурировать некрополь Донского монастыря по своей древности, по количеству удивительных надгробий. А больше я считаю, что этого кладбища конкурентов нет. Немножко поговорим о том, почему мы здесь сказали, что это за место. Собственно говоря, мы находимся вроде бы на окраине исторической Москвы, но вообще-то это не совсем так, потому что в петровские времена это был, по сути, это была петровская столица, Петр перенес ее на берега Яузы, когда пришел к власти, и немецкая слобода, Преображенская, Семеновская и Лефортово были первой петровской столицей. И по традиции, заложенной Петром, все московские царские резиденции находились долгое время здесь, в Лефортове, в Лефортовском парке. Он назывался раньше Головинским садом. Вы на экскурсию? Подходите. Вот, назывался Головинским садом. И там был последний московский дворец Петра I, и там же были дворцы Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, стоит и сегодня дворец Екатерины Великой. То есть это буквально в километре отсюда была огромная территория московских царских резиденций. Так что место это очень даже не рядовое. Будет смешно попасть под трамвай у кладбищенских ворот. Как это кладбище здесь оказалось, в таком представительном месте, рядом с царской резиденцией? Это одно из чумных кладбищ. В 1771 году с турецкой войны в Москву везут раненых солдат и офицеров. И везут в московский госпиталь, вот он, вот эта вот низина, там вот эти светофоры, и стоят такие унылые пятиэтажные дома. Это уже территория госпиталя. Парадное его старинное строение стоит в дальней части территории. Это первый госпиталь в России, основанный Петром I в 1706 году. И именно сюда везли с турецкой войны раненых. И они привозят в Москву чуму. В Турции бушевала чума, перекинулась через линию фронта, и в Москве начинается страшная эпидемия.
вымирает почти четверть населения тогдашней Москвы. Она была уже довольно большим городом, около 300 тысяч человек. Екатерина Великая строжайше запрещает хоронить черти города. До этого москвичи жили по средневековому обычаю вместе со своими мертвецами, вместе со своими покойниками. То есть близких хоронили в двух шагах от дома на ближайшем церковном погосте у своего приходского храма. И нередко москвичи из своих окон видели камни на могилах своих близких. Собственно говоря, не надо думать, что в Москве не было больших старинных кладбищ, они тоже были. Это были территории московских монастырей. Каждый старинный монастырь — это был древний некрополь. Но там не хоронили рядовых горожан, там хоронили всякую знать, аристократов, которые могли, которые вносили большие вклады в монастыри. И, собственно говоря, И вот Екатерина наконец повод был очень серьезный. Она запретила хранить черти города и приказала за границей города создать чумные кладбища. Что такое граница города времен Екатерины Великой? Это Камер-Калишский вал. Где мы с вами стоим? На госпитальном валу. Это часть Камер-Калишского вала. То есть перед нами граница Москвы екатеринского времени. Это одно из кладбищ, которое возникает за границей Москвы по такому страшному поводу. Это все известные московские старые кладбища. Старинные их назвать как-то язык не поворачивается, потому что по отношению к возрасту Москвы возраст их не особенно глубокий. Это и Ваганьковская, и Даниловская, и Пятницкая, и Дорогомиловская, и два старообрядческих, Преображенская, Рогожская и так далее. Значит, не все они вот сохранились, потому что кладбища были основаны по религиозному принципу, были кладбища православные, были кладбища старообрядческие, было кладбище мусульманское, и было кладбище для европейцев, они были христиане, но не православные, их хоронили здесь. Это были лютеране, католики, англикане и дальше всякие разнообразные протестанты. Значит, в советское время, после революции, когда закончилась гражданская война и советская власть приступила к составлению планов реконструкции города, сразу было заявлено, что кладбище – это бросовая земля, которую нужно как-то использовать и застраивать. К ужасу москвичей это оказались не только голые слова, действительно кладбища начинают сноситься, и бесследно исчезают крупнейшие московские кладбища, такие как Семеновская, по которому многие из вас сейчас проехали на трамвае, когда ехали от метро Семеновская, там такой большой сквер, там на этом сквере сохранился, кладбищенский храм, но кладбище было гораздо больше, чем этот сквер. Трамвай, когда едет по Буденновскому проезду, он едет прямо по костям. Значит, Лазаревское кладбище огромное исчезло на Сущевском валу, от него остался тоже один только кладбищенский храм. А оставшаяся часть кладбища — это сейчас парк с издевательским названием «Фестивальный». Вот, и, собственно говоря, москвичи, конечно, в ужасе стали перезахоранивать останки своих близких, а у кого на это были силы. В те тяжелые времена, страшные, голодные, приходилось заботиться не только о себе самих, но и своих детях, но и своих предках. Вот, и тогда вдруг становится очень быстро ясно, что одно из самых надежных кладбищ в Москве — вот это. Потому что никакое кладбище не было защищено, любое кладбище большевики могли снести, ну, за исключением собственных всяких престижных некрополей, там, типа Новодевичьего какого-нибудь. Вот,
А к этому, конечно, не рискнули бы подобраться, потому что здесь были похоронены тысячи иностранцев, у которых были десятки тысяч родственников в Европе. И, конечно, ввязываться в такой международный скандал они бы не рискнули. Тем более, что за европейские посольства они заявляли свои права. Они говорили, что мы представляем интересы своих граждан и берем под опеку эти могилы. Таким образом, кладбище было очень надежно защищено, и его не трогали и не разграбляли. Потому что остальные московские кладбища, даже те, которые уцелели, были все страшно разграблены. Советская власть с присущей ей цинизмом сразу заявила, что эксплуататоры не имеют права лежать в советской земле. И самые богатые надгробия со всех кладбищ начали массово вывозиться на специальный завод, где их пилили на бордюры, на отделочную плитку. И почему мы заходим на старинные московские кладбища, например, на Ваганьковское, и там ничего нет вообще, просто пустыня? Потому что оно было разграблено и разделено. И так все старинные кладбища, к сожалению. Все самые богатые надгробия были упущены на утилизацию. Сегодня, когда активно меняются эти бордюры на Собянинске, часто выламывают старые бордюры, а на их нижней стороне фрагменты кладбищенских текстов. Значит, это кладбище оставалось, оно, конечно, сильно страдало от того, что его стали активно обживать новые обитатели, большие родовые участки стали разрушаться, но, по крайней мере, его хотя бы не грабили. Страшный час этого кладбища настал Великой Отечественной войну. Война с Германией, а кладбище немецкое. И, как пишет Сорокин, появился здесь в 42-м году достойное дитя своего времени, своей эпохи, какой-то полковник, который со словами, что предки фашистов не могут лежать в московской земле, присмотрел себе надгробие побогаче своей тещи и его отсюда вывез. Так что войну это кладбище тоже начинает активно дербанить, но все-таки оно пострадало не так страшно, как другие московские кладбища. Кроме того, конечно, у этого кладбища, помимо старинных надгробий, есть одно еще совершенно потрясающая особенность. Когда в 1771 году московские чиновники в тяжелые времена чумы выделяли землю под это кладбище, наверное, они дали иностранцам самую худшую землю, которую они могли только здесь найти. Надо было дать где-то в этом районе, потому что все храмы иноверческие, то есть храм, две лютеранских кирхи, костел, реформаторская церковь, все находились рядом, в немецкой слободе. Иностранцы, конечно, жили уже по всей Москве в то время, но отпевали они своих близких здесь. И надо было кладбище где-то здесь устраивать. Им дали жутко неудобную землю. Это крутой берег реки Синички. Вот эта низина, где светофор, там госпитальный вал пересекает река Синичка. Она еще не так уж давно текла в открытом русле, ее убрали под землю только после Великой Отечественной войны. Она составляла когда-то естественную границу кладбища, кстати, очень живописную. Вот. А здесь ее береговой склон, камер-коллежский вал раньше проходил не так. Он не спускался к реке, здесь был Москва, собственно говоря, она имела границу довольно ломаную, и камер-коллежский вал проходил там, где начинается склон, он поворачивал направо и шел вдоль реки, примерно до нынешней Наличной улицы. А там поворачивал и переходил уже на Лефортовскую сторону, через реку. И осталась вот эта щель между камер-коллежским валом и рекой. Вал действительно был небольшой земляной вал. Он не был рассчитан на оборону города, он должен был быть просто физически препятствием для спекулянтов, которые, чтобы они не ввозили в Москву беспошлинные товары. В первую очередь это была защита от подмосковных крестьян, чтобы они не торговали в Москве самогонкой. Вот. Собственно говоря, почему этот вал нельзя было провести поближе к реке? Потому что здесь были обрывы, овраги, и просто это было физически невозможно. И осталась такая вот полоса земли никчемная, ее и отдали европейцам под кладбище. Поначалу очень трудно было обживаться на этом месте, потому что места были страшно неудобные, но когда кладбище здесь смогло адаптироваться и все это пространство освоить, то возник совершенно потрясающий кладбищенский ландшафт.
равным которого в Москве больше нигде нет. Но я немножко затянул наше вступление, теперь нам нужно уже отправляться тут. Значит, еще раз хочу сказать, что из всех монастырских некрополей, то есть по-настоящему старинных московских кладбищ, уцелел только один, это Донской. Донской монастырь, из сохранившихся старых кладбищ, они далеко не все сохранились, все были страшно ограблены и опустошены, поэтому в Москве произошла настоящая катастрофа кладбищенская, и поэтому наши кладбища сегодня такие скучные и унылые. На личной улице. Но вообще-то кладбище начиналось отсюда, потому что именно здесь выделили первую территорию для него. И вот, как мы уже знаем, здесь рядом проходил коллежский вал, буквально в десятках метров и нескольких. Поэтому кладбище развивалось вот отсюда и вдоль реки и к реке. Собственно говоря, здесь замечательные ворота 70-х годов 19 века. Надо сказать, довольно изящные. У них есть маленькая башня для колокола, в которой звонили, когда кого-то хранили. А к воротам пристроено здание. Оно более позднее, 1907 год. О чем можно догадаться, глядя на его модерновое крыльцо. Значит, этот дом был построен как дом кладбищенского смотрителя в 1907 году архитектором Флорентом. И здесь действительно жила семья кладбищенского смотрителя, и для его детей кладбище было их двориком их детства. И если нам сегодня это кажется странным, то тогда это было совершенно нормально, потому что хоть и прошло немного времени, чуть более 100 лет, но это были глубоко религиозные люди, которые веру питали с молоком матери, и для них на кладбище не было ничего страшного. Кладбище не было наполнено теми мистическими страхами, которыми оно наполнено для нас сегодня. Люди того склада, они воспринимали кладбище как место, которое располагает к таким к покою, к раздумьям о вечности. Вот. В советское время в этом доме уже не по доброй воле выросло несколько поколений московских детей, потому что домик этот превратился в коммуналку. И в интернете можно найти фотографии, вот супружеские пары фотографируются, детишки играют в двух шагах от надгробий. Надо сказать, что дети, которые выросли в этом домике и в окружающих кладбище дома, они нанесли ему страшнейший урон, потому что в советское время кладбище не охранялось. Когда дети достигали возраста Тома Сойера, и когда их тянуло на подвиги, кладбище тянуло их как магнит, и они здесь охотились за черепами, шпагами, красивыми пуговицами, балетами. Собственно говоря, когда все это закончилось, в ход пошли ребра и лопатки, и сегодня в нынешних склепах нет ни одной косточки, ни одной, выпотрошено все. Значит, тем, кого похоронили в землю, им больше повезло. Значит, собственно говоря, конечно, здесь после 1917 года было похоронено огромное количество самых разных людей. Кладбище утратило свой характер иноземческого, так называемого немецкого. Конечно, немецкое – это условное название, потому что здесь хоронили европейцев из разных стран, любых национальностей, но когда-то в старину москвичи словом «немец» называли не германцев, а всех европейцев, и слово это означало довольно смешную вещь. С точки зрения москвичей, они все были немыми, потому что по-русски не говорили. Потому что это по-своему лепечат, ну и что там, и курица там, куда вообще. Вот, то есть, некоторое такое московское высокомерие, что это проявлялось. Вот, это послепетровские времена нас изуродовали. А до Петра Первого русские совершенно справедливо считали, что Россия – это центр мира, и, собственно, из этого всегда исходили. Вот, так что мы с вами сейчас отправляемся по главной аллее, которая, несмотря на то, что была проложена немцами, а немцы все любят делать по линии, замечательно, извилисто, очень живописно. Это потому, что по линейке здесь поначалу сделать было ничего невозможно. Настолько были неудобные места, кривые и неведанные. Надо сказать, что это главная аллея.
она удивительно светлая, Довольно, на самом деле, скучные, расстроенные, идут здесь по главной аллее. Это всегда очень популярная улица для местных жителей. Тут женщины с колясками гуляют. Надо сказать, что вообще это кладбище по-настоящему светлое. Я бы даже сказал, радостное. Я думаю, что вы скоро все со мной согласитесь. Здесь прямо в начале нашего пути стоит вот такой надгробие. Оно представляет из себя образец очень модных в 19 веке надгробий, которые как бы являются такими символическими часовными каплицами, то есть часовнями без внутреннего пространства. Они бывают побольше, поменьше, они всегда увенчаны крестом. Кресты сохранились не везде, вот, например, напротив был пистолет. Тут деревья очень часто падали, сбивали эти кресты, а в довоенные десятилетия сюда еще захаживали московские комсомольцы, которые считали, что крушить кресты на кладбище — это значит бороться с религией. Такое тоже было. Значит, в отличие от этих строгих надгробий 19 века, рядом стоит надгробие начала прошлого века, соответствующий новый кладбищенской моде европейской. Здесь похоронен успешный предприниматель Александр Балластра. И мы видим, что он умер в 1910 году. Сложная архитектура надгробия, не огромная, но, безусловно, не дешевая, украшенная хорошей работой скульптора Дзюбанова. Поскольку в то время в России уже был совершенно такой сложившийся капитализм со всей его конкуренцией, рекламой, то забавно то, что имя похороненного здесь предпринимателя видно там в глубине, а вот коммерческая реклама изготовителей, вот она, на переднем плане. Поначалу здесь на кладбище было так. Вроде бы для европейцев дали землю, но что это были за европейцы? Это были лютеране, во-первых, их было больше всего. Это были католики, были там кальвинисты, были члены голландской реформации церкви и прочее. А между собой они привыкли в течение веков воевать. То есть у них между собой были по-настоящему враждебные отношения. Не будем забывать, что все войны в Европе почти что все имели религиозную природу, и они эту вражду перенесли с собой в Россию. Поэтому здесь сначала возникли отдельные островки лютеранских могил по той же части, дальше католических, там еще дальше англиканских. Вот, и поначалу они как бы между собой не общались. Но острота вот этой вражды, она сходит на нет в 19 веке, и в 1840 году
был основан комитет кладбищенский, в который вошли очень уважаемые представители всех европейских исповеданий, которые были представлены в Москве. И этот комитет начинает заниматься благоустройством кладбища. Для того, чтобы понять, а кого здесь хоронили, я вам прочитаю статистику 1939 года, 1839 года. Прихожан новой лютеранской кирхи здесь было похоронено 80 человек, старой лютеранской 60. Таким образом, 140 лютеран было похоронено. Прихожан реформатской голландской церкви всего 6, католиков французского костела 22 и католиков польского костела тоже 22, то есть 44. Как мы видим, лютеран значительно больше. Англикан всего 10. Вот такая картина, как бы, кого здесь хоронили и как пропорционально все это делилось. Да, и этот комитет, он очень быстро приводит кладбище в цветущий вид. И европейцы показали москвичам, как должно выглядеть настоящее европейское кладбище. Тут были разбиты дорожки, аллеи, посажены деревья, кусты. Кусты стали стричь, стали возникать такие замечательные парковые стенки стриженных кустарников. Было очень много цветников. В дальней части, на реке Синичке, а я еще раз повторяю, что эта река долгое время составляла естественную границу кладбища, очень живописную, вот в том дальнем углу, было устроено целое хозяйство садовника, там были там теплицы, оранжереи, и с весны до поздней осени кладбище все утопало в цветах. Надо сказать, что здесь очень хорошо следили за порядком. Кладбищенский комитет построил две недостающие границы. Там был камер-коллежский вал, это был реальный вал, небольшой, там река, а по этим сторонам были поставлены ограды, ворота, и в них стояли привратники, которые не пускали сюда тех, кому тут нечего делать. Значит, москвичам сюда и был устроен первый кладбищенский водопровод. И вот от него осталась эта замечательная чугунная колонка, и она тут не одна. Их тут, они тут кое-где еще попадают. Москвичам это очень понравилось, и большинство московских кладбищ очень быстро становится ничуть не хуже. Саладин об этом пишет в своей прекрасной книжке, он работал над ней в 1917 году, не успел издать из-за революции, вышла она только в начале перестройки, ее сегодня очень нетрудно достать, очень рекомендую эту книгу, она написана замечательным языком. И когда читаешь Саладина, понимаешь, что большинство московских кладбищ тоже до 17 года были прекрасными парками. Например, неподалеку находилось Семеновское кладбище, которое сегодня вообще нет, оно ликвидировано. Было советскими властями. Оно было одним из двух самых больших в Москве. И, как пишет Саладин, оно не было богатым, там мало было знаменитых дорогих могил, но все равно оно было настолько прекрасное состояние, что скорее походило на прекрасный романтичный парк для прогулок. Он пишет, что за стенами стриженных кустарников даже было не видно кладбищенских крестов. Нам сегодня это трудно представить, потому что мы в Москве таких кладбищ, к сожалению, не видели. Мы видели уже руины этих кладбищ. Вот. Таким образом, кладбище было приведено совершенно замечательный порядок, и какие-то такие, ну, последние, как бы, следы этого едва заметно и сегодня здесь можно уловить, хотя, конечно, нужно напрягать фантазию, чтобы представить себе, как оно когда-то выглядело. Вот этого нагромождения могильных участков не было, были, как правило, достаточно просторные родовые участки, между ними ухоженные дорожки, ну и вот стриженные кустарники, аллеи, клумбы с цветами и множество замечательных, богатых крови. Московского рода Рихтер был пастором лютеранской кирхи, один из его детей был знаменитый врач, профессор Московского университета, который занимался родоспоможением и принимал роды, в которых родился Александр II. Внук, один внук из внуков этого пастора, уже приняв православие, был похоронен не здесь, а в Новославском монастыре. Но вот участок был большой,
на нем появилось много, подселилось в советское время обитателей, и он оказался разрушен. То есть единого просто где-то там дальше тоже попадаются рихтеровские надгробия, но уже единого, как бы такого, единой территории нет. Вот эта вот надпись «Охран 45 МГУ» – это потрясающий как бы напоминание о деятельности Сорокина. Сорокин был историком Москвы, книжки его и сейчас издаются, хотя он уже умер. Работал библиотекарем в МГУ. Он знал, что здесь похоронены десятки немцев, бывших профессоров Московского университета. Могилы их на глазах исчезали. И тогда он понимал, что идти к начальству МГУ бессмысленно. И тогда он сам вырезал трафареты из таких гибких каких-то какой-то гибкой пленки. И под видом того, что он уполномочен как бы ректором, он нанес на надгробие бывших профессоров университетских вот такие вот охранные надписи. Кладбищенское начальство свято верило в то, что это, что их контролирует МГУ, и таким образом он спас десятки ценнейших могил. Тобе начало прошлого века, в модном европейском стиле, очень дорогое, одно из самых роскошных. Его несколько лет назад хорошенько отчистили московское правительство в лице департамента культурного наследия, обследовало кладбище и причислило к категории памятников архитектуры или истории огромное количество надгробий. И их потихонечку реставрируют. Но сегодня оно уже опять все покрыто грязью. Значит, здесь похоронен Николай Феттер. Был похоронен Николай Феттер в 1912 году. Он был совладельцем очень богатого промышленного товарищества Гендель и Феттер, которое не только занималось промышленным производством, у них был завод металлоизделийной торговли, они торговали металлоизделиями, оружием, а также вклад, да, Феттер был директором акционерного общества «Телефон», то есть занимался телефонизацией Москвы, что было делом, конечно, очень прогрессивным, а помимо этого они вкладывали деньги еще и в доходную недвижимость. И доходные дома, построенные Феттером и Гинкелем, они сейчас стоят в центре города, в Бобровом переулке, в Арсенальческом и в других местах. Вот, конечно, у них контора была на Мясницкой, потому что в то время это был своего рода такой как бы обязательный признак успешности. Если ты говоришь, что у тебя успешная компания, а на Мясницкой у тебя офиса нет, значит, что-то с тобой не так. Значит, поскольку компания была процветающей, было установлено роскошное надгробие, которое интересно тем, что здесь очень плохо, но сохранился барельеф. До этой реставрации лучше был, считался его рисунок, потому что во все углубления въелась московская грязь за десятилетия долгие, и эта грязь подчеркивала рисунок. Но после того, как всю эту грязь смыли, увидеть почти что ничего невозможно, а вообще-то там изображен Христос в терновом венце. Это интересно потому, что это работа знаменитого скульптора Анны Голубкиной. Анна Голубкина, она как бы... Став скульптором, попало в очень странное такое положение, потому что еще что такое женщина-художник, в то время в России как-то понимали. А что такое женщина-скульптор, совершенно еще никто не мог понять, и их никуда не принимали учиться. И для того, чтобы совершенствоваться в своем мастерстве, она уехала в Париж, там на нее обратил внимание Роден, пригласил ее быть своим ассистентом. И она несколько лет работает ассистентом у Родена. И у многих всемирно известных работ Родена руки и ноги сделаны Голубкиной. Ему было не до мелочи. Вот, когда она вернулась в Россию, то, конечно, была очень знаменита, потому что Роден был мировой звездой. Этот барельеф она уже делала, когда вернулась из Парижа. Большой интерес тем, что здесь очень хорошо сохранились вот эти... надгробия, это часто представляется тем, что очень хорошо сохранились надгробия
символические часовни каплицы, кресты на месте, они очищены. Прекрасные чугунные ограды тоже отреставрированные в полном порядке. Но не только прекрасное состояние этого участка привлекает много внимания, но и имена тех, кто здесь похоронен. На левом надгробии написано имя Фердинанда Теодора Эйнема. А Федор Карлович Эйнем, как его звали в Москве, был создателем кондитерской фабрики. Вы знаете, что на острове, на Стрелке, стоит сейчас ансамбль фабрики кондитерской, основанной, которая называлась до революции Эйнем. Это история такая. Молодым человеком в 1848 году он приходит в Москву с тем, чтобы попытаться основать собственное дело. Для молодых людей в Европе, не имеющих на руках достаточно больших средств, мечтать о собственном деле было практически дело безнадежное, потому что в Европе уже был сложившийся очень конкурентный рынок, и шансов было очень мало. А в России, напротив, такие возможности предоставлялись. Очень много европейцев молодых ехало в Россию для того, чтобы попытать счастье. Эйнем открывает кондитерскую мастерскую на Старом Арбате. Сегодня это звучит круто, это совсем не было не круто, потому что Арбат был второстепенный, совсем даже не представительной улицы. Зарабатывать деньги было тяжело, он даже занимается тем, что организует распиливание на бруски сахарных голов. Сахар выпускался в виде таких голов для удобства покупателей. Он затеялся перейти в бруски. Ему удалось получить какой-то подряд на поставку каких-то сиропов в армию. Он на этом немножко разбогател. Объединившись со своим новым компаньоном, которого звали Юлиус Гейс, он открывает кондитерскую уже на Театральной площади. А это было уже совсем другое дело. Место было очень представительным и востребованным. Это Театральная площадь вместе с Петровкой, с Кузнецким мостом образовывали такой элитный аристократический клуб под открытым небом. Там были магазины модных товаров и модные всякие кондитерские кофейни. Вот, мастерская в это время кондитерская находится на Неглинном проезде, нынешней Неглинной улице, там, где Садоновские бани. Вот, и поскольку Федор Карлович был человеком очень симпатичным, надежным, у него появляется немало московских друзей, в том числе людей богатых, которые готовы вкладывать в него деньги, и с помощью таких новых знакомых он вместе с Гейсом строит первую свою фабрику на острове, но не там, где она сейчас стоит, а прямо напротив Кремля, на Софийской набережной. И там жизнерадостно дымила труба фабрики, которая называлась фабрика шоколада, чайных печенье, шоколада, конфект и чайных печеней Эйнем. Значит, прямо напротив Кремля. Собственно говоря, дела идут хорошо. Фабрика приносит хорошую прибыль. Чайные печенья не случайно были вставлены в название фабрики. Эйнем открыл москвичам чайные печенья, которые уже были модны в Европе, а до нас эту моду как раз довел Эйнем, и они приносили тоже хороший доход. Вообще, полный каталог ассортимента Эйнемовской фабрики лучше не достать, потому что это все дорого. Вот. И надо сказать, что фабрика процветает, а сам Федор Карлович начинает болеть. Отходит отдел и, находясь на лечении на родине, в Берлине, как мы видим, в 1876 году умирает. Как же он оказался здесь? А дело в том, что для родины, для него давно уже стала Москва, и он завещался похоронить в Москве. Его наследники кремировали его в Париж, а в Берлине привезли сюда и здесь похоронили его прах. Значит, уже после его смерти Юлиус Гейс строит новую фабрику там, где она сейчас стоит, которая в советское время стоит Красным Октябрем. Почему же она называлась фабрика Эйнем? Хотя вроде бы Эйнем уже в то время умер и в ее создание участия не принимал. Потому что Гейс был умный человек, неамбициозный, и он понимал, что сохранить старое название, это значит сохранить
эффективность бренда, потому что название было очень популярным. И после смерти своего партнера он новую фабрику называет по-прежнему войны. И вот та слава, которую эта фабрика приобрела в конце 19-го, начале прошлого века, выйдя за пределы, я снова выходил за пределы России, потому что за ассортимент шоколадной продукции, например, здесь получил золотую медаль Всемирной выставки в Париже. Ничего себе, да? Вот это уже все связано с Гейтсом, а не с Эйвином. А вдова Федора Карловича, Каролина, тоже лежит здесь, она тоже завещала похоронить ее рядом с первым мужем, хотя она после его смерти вышла замуж второй раз, видите, она Каролина Гебель, в первом замужестве НМ, в девичестве Мюллер. Такая трогательная история. Николай Николаевич Кауфмана, как и тоже часовая капельница, только без креста, к сожалению. Николай Николаевич был ботаник, не в современном смысле слова, а в прямом, то есть занимался ботаникой, составил один из лучших атласов подмосковной флоры, которым долго пользовались как научным источником. Он быстро обрусил, и мы видим, что даже на стороне надгробия, обращенной к главной аллее, все тексты по-русски, хотя здесь это было не принято в то время. Значит, Николай Николаевич настоящий такой ученый, преданный науке. Совсем другого типа ученый лежит на грудь. Вот Генрих Антонович Квартовский. Ему на гробе в советское время ему нашли лучшее какое-то применение, поэтому потомки поставили современные, довольно неинтересно. Генрих Антонович, как мы видим, тайный советник и тоже профессор Московского университета. Да? Профессор университета, чин тайного советника, очень высокий. Значит, Генрих Антонович, он как бы в силу своих чисто научных интересов за государственный счет, например, занимался изучением свойств каучуков и технологий производства резины. После этого его родной брат Бенедикт Антонович, который тоже лежит на этом кладбище на другом участке, он открывал один из крупнейших в Москве резиновых заводов и занимался выпуском резиновых изделий. После этого Генрих Антонович начинал изучать свойства дрожжей, опять же, исключительно из своих научных интересов. После того, как полный цикл исследований был проведен, его родной брат Бенедикт Антонович открывал крупнейший в Москве дрожжевой завод, а заодно еще и пивной завод. Такие вот молодцы, такая семейная коррупция, и за руку никого не схватишь. Здесь раньше указывали только могилам героев войн, братки могилам. Ну, все у нас изменилось, настал дикий капитализм, и вдруг появляется указатель к могиле Люсьена Оливье. Ну, в принципе, поскольку я к Александру Ивановичу Оливье отношусь очень хорошо, я ничего против этого не имею, давайте поэтому указатель пройдем по дороге, обратим внимание на то, что здесь стоит такое замечательное надгробие. Оно не уникальное, их было тут несколько, и на других кладбищах тоже оно такое заказанное по каталогу, тиражное. Мраморный ангел, как бы у креста, скорбящий над урной. Еще до того, как московское правительство очистило его, было ощущение, как будто он сделан из какого-то дешевого подмосковного грязного известняка. А вот то, что он из мрамора, в голову бы не пришло, и в этом легко убедиться, когда мы пойдем по левой стороне, там будет такой же, только не очищенный. Значит, вот за деревом прячется тоже надгробие, которое очень хорошо очистили. Если бы было бы неограниченное количество времени, я с удовольствием бы с вами ходил бы здесь до закрытия, но у меня еще тут одна экскурсия сегодня. Значит, Люсьен Оливье, он для всех для нас что-то вроде общего двоюродного прадедушки, потому что салат Оливье, он занимает какое-то место в жизни каждого москвича, и совершенно для этого не обязательно, чтобы мы в него клали рябчиков, паюсную икру, телячьи языки, каперсы и прочее. Даже если это вареная колбаса с зеленым горошком, все равно имеет отношение, конечно,
Александр Иванович. Его очень любили в Москве. Он был главным поваром знаменитого ресторана «Эрмитаж», а также еще его и совладельцем. А ресторан был невероятно знаменит и популярен. Популярности способствовало то, что в нем была очень демократичная обстановка. В нем не было такой ресторанной чопорности, официанты ходили не во фраках, а одеты были как половые в трактирах, белые рубахи и белые штаны. И там как бы допускалась такая как бы свобода. Вот там с удовольствием отмечались всякие важные события. Например, там чествовали Тургенева, вернувшегося из-за границы, там труппа художественного театра Станиславского Владимира Данченко праздновала постановку Горьковской пьесы «На дне» и много чего другое. Это было главное место, где московские студенты праздновали главный свой праздник – День Святой Татьяны. Был единственный день в году, когда полиция запрещалась арестовывать пьяных студентов, полагалось их провожать до дома. Значит, Александр Иванович про эти студенческие праздники говорил так: это ничего, что господа студенты часто забывают заплатить. Заплатят, когда станут докторами и адвокатами. Прекрасные слова. Вот, собственно говоря, у него было очень много друзей, его очень любили, и об этом свидетельствует памятник. Как видите, он был поставлен на деньги друзей и знакомых. В 2008 году прошел по Москве слух, что на немецком кладбище нашли могила Люсьена Оливье, но некрополисты ее никогда не теряли, но, конечно, рестораторы московские понятия не имели, где Оливье похоронен. Прошел слух, что нашли могилу и что она в ужасном состоянии, памятник вот тут упадет и покрыт грязью. Вот. И московские рестораторы сложились, ну не разорились, конечно, но, по крайней мере, памятник поправили, почистили, проложили дорожку и даже договорились с кладбищенским начальством, что появился указатель. Значит, жалко, что нет времени побольше поговорить про Александра Ивановича, но я уже начинаю подать истерику, это уж мы можем сегодня успеть. Значит, за деревьями стоит один из мавзолеев. Это мавзолей поздний, построенный в 1910-х годах для семьи Амлонг. Он для нас, собственно говоря, не особенно чем-то интересен. Давайте лучше потратим время на более древние мавзолеи.